Всех приветствую на моем канале. Сегодня вам предлагаю связать очень классную сетку крючком. Посмотрите, какая у нее необычная текстура. Она в таких в круглых отверстиях. Эти отверстия образуют цветочки. Или наоборот, здесь можно увидеть такие шестигранные звездочки, соединенные друг с другом. Такой узор калейдоскоп. Очень классно будут смотреться из этого узора сумки по типу авосик или какие-то пляжные туники или накидки, узор бомба. К тому же он двухсторонний. Вот этот образец я вязала из пряжи Vita Coco. Вот образец из пряжи потолще. Это пряжа уже с добавлением шерсти, Alize Fine называется. Посмотрите, вообще узор крутой. Я от него в восторге. И к тому же вяжется очень просто. Такие звездочки или кружочки, кто как видит этот узор. Напишите, кстати, в комментариях, что больше вы видите. Либо кружочки, либо звездочки. В общем, эти звездочки получаются за счет провязывания скрещенных столбиков с одним накидом. Давайте приступим к вязанию. Для узора набираем воздушную цепочку. Количество петель должно быть кратно 4. Теперь набираем еще 5 воздушных. И начиная с 6 от крючка петли будем вязать скрещенные столбики. Для этого выполняем 2 накида на крючок. Ввожу крючок в 6 петлю. Вытянула рабочую нить. Провязываю только 2 петли. Выполняю еще один накид. Отступаю одну петельку, во вторую ввожу крючок, вытаскиваю рабочую нить. На крючке 5 петель. Теперь все эти петли будем вязать парами. Подхватила рабочую нить, провязала 2 петли. Вновь подхватываю рабочую нить, провязываю 2 петли. Подхватываю, провязываю и последние 2 петли. Одна воздушная. И теперь будем вязать столбик с одним накидом. Вот в центр как бы этого перекрестия. Вот здесь две ниточки вот такие. Под них я подвела крючок. Вытянула рабочую нить. Выполняю столбик с одним накидом. Вот он получился скрещенный столбик. Как X выглядит. Одна воздушная. Два накида на крючок. И вяжем опять скрещенный столбик. Одну петлю пропускаю во вторую. Вытянула рабочую нить, провязала 2 петли. Опять накид на крючок. Пропускаем петлю, во вторую ввожу. Вытянула рабочую нить и начинаю попарно провязывать петли. Одна воздушная. И столбик с одним накидом в центр. Подхватив вот так две ниточки. И начинаем повторять узор. Одна воздушная и вновь скрещенный столбик. Одну петельку отступили, со второй начинаем вязание. И заканчиваем ряд, вяжем столбик с двумя накидами в последнюю петлю. Второй ряд, 4 воздушных. Разворачиваем. Вяжем столбик с двумя накидами в следующую петлю. Одна воздушная. И опять будем выполнять скрещенный столбик. Отступаем одну петельку во вторую. Накид. Отступаем одну петельку во вторую. Ввожу крючок. И все петли провязываю парами.
одна воздушная и столбик с одним накидом. Повторяем раппорт узора. Одна воздушная и скрещенный столбик. Также отступили одну петельку во вторую, ночное провязывание. Накид, отступил одну петельку во вторую, ночное. И заканчиваю ряд, выполняю одну воздушную и столбик с двумя накидами, пропустив одну петельку во вторую. И еще один столбик с двумя накидами в воздушную цепочку подъема. Третий ряд. Набираем 4 воздушных. Разворачиваем вязание. Начинаем ряд со скрещенных столбиков. В следующую петлю, это столбик с двумя накидами предыдущего ряда, ввожу крючок, провязываю только 2 петли. Накид. Одну петельку пропускаю, в следующую ввожу крючок и начинаю провязывать все петли парами. Одна воздушная и столбик с одним накидом вяжем. Одна воздушная. Вяжем скрещенный столбик. Пропускаем одну петлю, в следующую ввожу крючок. Накид. Пропускаю одну петлю, в следующую ввожу. И провязываю все петли попарно. Одна воздушная и столбик с одним накидом. И таким образом выполняю весь ряд до конца. Видите, ножка скрещенного столбика последнего вяжется в столбик с двумя накидами предыдущего ряда. Одна воздушная и столбик с одним накидом. И заканчиваю ряд, я выполняю столбик с двумя накидами в воздушную цепочку подъема. На этом раппорт узора высоту готов. Дальше мы вяжем, чередуя второй и третий ряды. Если вам понравился такой узор, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Делитесь видео со своими друзьями. На этом у меня все. Всем пока-пока.